Столичная полиция задержала членов преступной группировки, которая промышляла тем, что подрывала банкоматы и забирала из них наличность. Поймали злоумышленников, когда те закачивали газ в банкомат на улице Домодедовской. Их выручка могла составить до 2 миллиона рублей. Задержанные 6 человек. Возбуждено уголовное дело по статьям приготовления покушения на преступление и кража. Члены этой преступной группы на протяжении длительного времени совершали аналогичные преступления на территории различных субъектов Российской Федерации. На месте преступления были задержаны 4 приезжих из Республики Молдова и 2 жителя Московской области. У них было изъято газовое оборудование, строительный инструмент и 3 автомобиля. Стоит отметить, что уже возбуждено уголовное дело.